Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTube Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Космической тематики достаточно мало на канале, что-то как-то мы ее позабыли. Ну и, собственно, сегодня мы возвращаемся в наш родной, уютный космос. Итак, сегодня мы на Марсе. Собственно, сегодняшняя серия. Я хочу вам показать интересные такие новые модели, которые появились в Steam-мастерской. Почему мы на Марсе? Я сейчас расскажу, почему мы на Марсе. Собственно, здесь потому что появилось много интересных новых баз. Новые структуры, которые могут как-то, не знаю, разнообразить, наверное, геймплей, если вы сами их поместите на рандомную какую-нибудь планету. Ну, по мне, это круто сделать, поделать какие-нибудь классные фотки, виды, ну вот такое, да, скриншотики. Ну и запечатлеть, посмотреть своими глазами, как могло бы это все выглядеть в реальности. Сегодня у нас колонизация Марса, базы на Марсе. Во многих роликах я всегда говорил и буду говорить, что любую планету в Space Engine мы быстрее колонизируем, чем сделает это Илон Маск или вообще человечество. Смотрите. Это, по-моему, шаттлы. Я могу сейчас ошибиться в названии, но это, по-моему, Falcon Heavy. Falcon Heavy. И смотрите, стартовая площадка на Марсе даже уже стоит. Обалденно. Конечно, структуры выглядят интересно, достаточно детально. Но не хватает каких-то, наверное, красок. Я не знаю. Ну, может быть, это так и задумано. А может быть, это специально такая краска сделана. Подождите. Стойте. Я хочу посмотреть. Это отображение другой стороны. То есть у нас есть... Как правильно сказать? Как будто зеркалится, да? Это отражение на ракете. Нет, мы видим горизонт, но не на той стороне. Они не просвечивают. Нет, это сторона та, да. Собственно, вот такой Falcon Heavy. Достаточно большой, если поставить здесь человека рядом с ним. Давайте сейчас посмотрим рядом с этой структурой. Для тех, кому интересно, ссылочки на мод будут все в описании. Итак, это называется SpaceX Human Starship Super Heavy, Super Heavy B9 и планетарные базы, заправочные станции. Так, я не помню, честно говоря, где у меня Space Engine, Engineer, IMS Corps, Space Engineers, вот они, астронавт. Поставим здесь астронавта, ну и попробуем... Он провалился сквозь Землю, сквозь Марс, простите. Вот такой маленький инженеришка. Ну, структура, конечно, громадная, давайте отдалимся. Даже так уже видно невооруженным глазом, да, можно сказать. И либо вооруженным, без разницы, как захотите. Но структуры очень большие, очень огромные. Так, это у нас стартовый стол. Здесь, наверное, второе место для ракеты или что это такое. Так, здесь видно все сопла Falcon Heavy. Здорово. Интересно, внутрь ракеты мы попадем? Да. Там ничего нету. Огромная башня. Конечно, в ролике то, что я показываю, это интересно, но лучше самим лучше все рассмотреть. Вот такой Heavy. Falcon Heavy. Управлять им, к сожалению, по ходу дела нельзя, как я понял. Давайте сейчас я покажу вам еще планетарные базы. Вот это одна из новейших, по-моему. Так, далее. У нас есть вот такие купола, какая-то станция. Ой, зачем она пропадает? Да, кстати, структуры, все эти базы хреново честно работают. Они проваливаются сквозь землю. Это недоработка. Приходится самому на глаз вот так вот настраивать и ставить ее. То есть, да. У нас есть две стартовые площадки на Марсе. И это здорово очень. Также вот такие новые структуры. Это заправочные большие цистерны. А вот, кстати, эта структура достаточно... Нет, только я хотел, она правильно работает. Нет, она не ложится.
к сожалению, да. Так, далее, пройдемся по роверам. Вот эти роверы, по-моему, вы уже могли видеть в какой-то серии. Вот, кстати, знаете, что я не пробовал? Я не пробовал ими управлять. Давайте попробуем. Трек. Возьмем управление. Я уже забыл, честно, как это делается. По-моему, правой кнопкой мыши на него надо. Так, сейчас мы вот так сделаем. Представьте, если мы сможем управлять этим автомобилем. Взять управление. Да, мы можем управлять автомобилем. Вау, серьезно? Главные двигатели запускаем. Нет, он не едет, он... Так. Стойте. Что происходит? Нет. Я вот так и знал. Сейчас начнутся, как всегда, какие-нибудь чудеса. Как мы это любим. Да. Ну, в общем, короче, вот на этом, наверное... Ай-яй-яй, стойте. Я, наверное, закончу. Так, надо удалить, короче, этот автомобиль. Если хотите, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, мы рассмотрим еще какие-нибудь корабли и даже, наверное, скорее всего, уже даже поуправляем ими. Вот. Я советую вам скачать данные моды. Ссылки все в описании. Да, помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны, и мы только продолжаем путешествовать. В общем, всем новых открытий. Falcon Heavy. Вот такой вот, да, прекрас. Посмотрите эти базы. Удачи!